В ИТРАУ ведется борьба с билетными спекулянтами и безбилетными пассажирами. На вокзале тайные покупатели, в роли которых выступили сотрудники областного департамента агентства по противодействию коррупции, совместно с членами проектной группы «Одолжол» смогли договориться о безбилетном проезде в поездах до Мангышлака за наличную плату проводнику. При этом в кассах вокзала билеты имелись в продаже. Таким образом, к административной ответственности были привлечены свыше 100 человек. С начала года мы провели 47 совместных рейдов с членами проектной группы «Одолжол», в ходе которых были выявлены 102 пассажира, у которых отсутствовали проездные билеты. В итоге общий размер штрафа безбилетников составил более 700 тысяч тенге.